Книжечку Адама Скина прочитали, узнал, что такое значит смирение и терпение. Произвела на меня глубокое впечатление, что в течение месяца переосмысливала всю свою жизнь. Пришла к выводу, что я бездонный пропасть греха. Куда не посмотрю в себя, все худо, что не припомню, все не так, неправильно сказано, скверно обдумано. Да, да, это вот хорошие слова, это сравнение себя с святыми, с Адамом Скиным, например, с Богом или с тем, кто Богу уподобился. С святым себя сравним. Да, да. Помните, у классика читаешь о жизни смиренной, и ум замолкает надменный, и каяться Бог готов. Когда себя сравниваешь с настоящими, выводы, конечно, к покаянию ведут. Затруднение. Как же все, что есть во мне плохого, преодолевать в себе, хотя усиленно стараюсь? Не дочитываю. Да, мои золотые, спасение наше совершается все-таки, вот эту фразу иногда говорю довольно-таки часто, ее еще вот не только говорить или слышать, ее принять надо, и начать ей жить. Конечно, не фразой, а то, что из нее вытекает. Опыт от какой фразы? Вот какая фраза. Наше спасение совершается на почти неуловимой грани между всецелым отчаянием от своих грехов и всецелой надеждой на милость Божию. Вот это почти неуловимая грань, которая не только в разных людях, разных границ это, на разном месте, а в самом мне, в тебе, в течение дня может граница двигаться, не говоря уж по жизни в целом. Главное, конечно, это видение, при видении своего греха обязательно, чтобы было второе. Идем на двух ногах. И на одной. Они разные ноги у нас. Они разные на самом деле. Но именно поэтому можем двигаться. Если бы было у тебя две левых ноги или две правых, и одновременно поднимались бы, невозможно было идти. Несут на две ноги, потому что они разные, и разную работу делают. Когда правый поднимается, левый стоит. Правый стоит, левый поднимается. Поэтому должен двигаться. Поэтому для духовного движения к Господу нам нужно, чтобы надо было два. Два крыла, две ноги, две формы движения духовного. Первая форма – это видение своего греха, покаянное состояние. А другое – то, что мы уже сказали в начале – видение любви Божией. Вот помните, как я сказал, к сожалению, о себе, но тем не менее сказал, говорю, каждый день, вот у меня как присказка, у меня каждый день молитвенная есть. В конкретной молитве даже я говорю, вот, тебя был Всевышний Божий. Вот, я всем говорю, Господи, вот этот день ты мне дал, значит, твое долготерпение надо мной. И эта молитва, я с тобой говорю, значит, твоя любовь и спасение надо мной тоже. Вот это видеть всегда. Поэтому, если кто из нас помышляет, это тоже форма тонкой гордости. Если помышляем, что и спасение мое за мои подвиги будет мне дано, значит, считай, что способен на очень большую. Это форма гордости. Если я говорю, по милости твоей, Господи, то надежда на Бога. В крайнем случае, и Христос, православный верит, в чем Бог пришел в мир, чтобы спасти тех, кто сам спастись не может. Это и есть христианство. Вот возьмем ислам. Мы не осуждаем. Но там, чтобы быть в раю, что вот пять дел совершать. Намаз пять раз в сутки, пост раз в год, хадж совершать раз в год. Не перечисляй дальше. Не важно. Вот. Значит, быть в раю. А мы говорим, чего мы не сделаем, если никогда не будем достойны. Поэтому, с одной стороны, стремиться понуждать себя, а с другой стороны, помните милость Божию. И спасение поэтому совершается за понуждение, за направленность себя Господу. И за ответ на поэтому милость Его к нам. Ничего мы достигнем, иметь в очах Божию цену, ничего мы достигнем в духовном плане, а в каком направлении мы идем. Не сколько прошли, не как далеко прошли, не как сколько поднялись, а в каком направлении двигаемся. Это направление будет продолжено в вечности.